Наверное, это самое. Одевайся, я сейчас доиграю и пойдем. Ну, а ты это жидкость. Раз, два, три. Да. Салют. Нужны, значит, смотри, какая штука. Я как раз недавно экспериментировал, у админов попросил калькулятор, буквально. Вот. Там мне дали что-то с процом третьего поколения, короче, это еще где-то из 12-го года. Оно работало нормально, но... конкретно на этом ноутбуке был вопрос с USB контроллером. Там, когда подключаю я хаб на 20 дырок, он с него больше 5 устройств вообще тупо не видел. Никоим образом. А именно обработка устройств проходила нормально. То есть в плане там вычислительной мощности ничего, как бы, ну, типа, то, что купим, на том оно работать и будет, и проблем, в общем-то, не ожидается. Точно нет. В 8 хватит с головой вообще без всяких проблем. А, и на том... да, без проблем. Да, вопрос вот в USB этих контроллеров. Я туда, в эту тему не погружался особо сильно, за ненадобностью, скажем так, пока. И
Ну, в общем, оказалась такая штука, что можно столкнуться с ситуацией, когда USB-контроллер на материнской плате не это самое, не потянет эти